сейчас поговорим о линейных отображениях и о такой операции, как звездочка, которая удивительным образом каждому отображению из XY, где X и Y векторное пространство, ставит в соответствие вот такое отображение из Y со звездочкой и Y со звездочкой. Это довольно часто пугает студентов, особенно в первое время. И люди, в общем, путаются. На самом деле, очень легко. Давайте для начала обсудим, что такое, без всяких звездочек, вообще отображение, заданное какой-то матрицей. Вот скажем, пусть x имеет размерность 3, а y имеет размерность 2. Выберем в каждом из этих пространств базис. И после того, как мы это сделали, после того, как зафиксировали базис, можно будет записать это просто формулами. Естественно, что если у нас x трехмерное пространство, то логично брать такие вот тройки чисел, столбцы, и из одного столбца мы должны получить, если размерность y равна 2, мы получить должны столбец из двух чисел. Разумеется, если бы размерности были другие, то матрица была бы других размеров, но идея абсолютно понятная. Столбцов у матрицы 3, а столб 2. Столбцов 3. И размерность пространства x – это 3. Строчек 2. И размерность пространства y – это 2. Мы не обязательно рассматриваем квадратные матрицы, но любое линейное отображение, ну, конечно, для конечномерных пространств. Сейчас все для конечномерных пространств, потому что в случае бесконечномерных там есть некоторые хитрости, и спряженное пространство там не будет настолько замечательно. То есть вот основная теорема, которую мы сегодня поймем, это что x с двумя звездочками – это то же самое, что x. Да? Так вот, в бесконечномерном случае это совсем не так. И матрицей не всегда удается задать отображение. Например, если x – это будет пространство всех непрерывных определенных на отрезке функций, на отрезке от 0 до 1, мы берем всевозможные функции, то есть такой замечательный линейный оператор в одномерное пространство. Просто посчитайте интеграл от этой функции, и вот это и будет ответ. Так вот, никакой матрицы задать невозможно, потому что нам нужны для подсчета интеграла, если все значения функции, а ни в какой одной точке, или в двух, или там, в нескольких точках, недостаточно знать функцию, чтобы найти ее интеграл. Так вот, давайте обсуждать, в принципе, у линейного отображения, какие есть простейшие свойства. Во-первых, линейного отображения есть такая замечательная вещь, как ядро. Это множество всех элементов x, которые отображаются в нем. Ядро f – это множество всех векторов из пространства x, для которых f от v. Это очень важно. Это очень важная характеристика. И, например, в этом случае, когда у нас трехмерное пространство отображается в двумерное, обязательно будет нетривиальное ядро. В некотором смысле просто не влезет иначе. Да? Трехмерное – 3 больше, чем 2. Вот. Если бы, наоборот, двумерное отображалось в трехмерное, то ядро могло бы существовать нетривиально. То есть нулевой вектор в ядре всегда есть, да, могло бы и не существовать. Это я объяснил, что такое ядро. Теперь есть такая штука, как образ. Это множество всех элементов, для которых V пробегает пространство X. То есть мы смотрим, какие в принципе векторы из пространства.
представить в виде F от V. Ну, какие-то можно представить, какие-то, может быть, нельзя. Образ пространства X может совпадать с Y, может не совпадать. Вот, скажем, представьте себе, что все числа A1, 1, A1, 2 и так далее, 2, 3, это нули. Тогда образ будет состоять только из одного нуля. То есть такое тоже бывает. Прекрасно. И сейчас нужно понять такую строчку. Смотрите, пожалуйста. Ядро F является подпространством в пространстве X. Просто потому, что ядро — это множество векторов из X, для которых вот в этом нужно отличить. Что мы делаем дальше? В некотором смысле, когда мы рассматриваем отображение F, векторы из ядра неинтересны. Поэтому имеет смысл рассмотреть так называемый фактор пространства. X факторизуем по ядру. Вообще есть понятие взятия фактора множества. Общая идея состоит в том, что если у вас что-то разбито на какие-то компоненты, из каждого, то эти компоненты сами по себе можно рассматривать как множество. А формальное определение такое. Берем любой элемент из X и рассматриваем множество векторов такого вида. Вот конкретные элементы из пространства X плюс всевозможные векторы из вот этого самого кербиев. Ну, таким образом мы как бы разбиваем на слои пространства X. И вот такое вот отображение, которое задано очень простой формулой. Вектор любой из X отображается в множество V плюс кербиев. Это отображение называется переход к фактору пространства. Так вот. Выглядит мы все еще не попали. Мы все еще находимся, вот сначала были внутри X, потом профакторизовали, теперь давайте введем такое обозначение. Вот эту штуку обозначают ко-образ F. Вот это сейчас нам нужно будет для того, чтобы получилась красивая картинка. А в принципе, вот красивый термин. Вот в принципе то, что вот любому человеку обязательно, который занимается математикой, надо помнить, это то, что есть ядро, есть образ. Вот это вот самый важный. Ко-образ, он немножко от лукавого. Почему? Потому что это фактор пространства по ядру. И человек, безусловно, любой математик знает слово фактор пространства, вот, и знает слово ядро. Вот. Соответственно, нет, вот здесь это лишнее слово. Но тем не менее. А дальше смотрите, что бывает. Дальше. Мы это отображаем в мире. Каким образом? У нас же ведь любой вектор из X отобразился в V плюс ядро F. Прекрасно. Вот давайте мы это дальше отобразим в F от V. Ведь у нас был способ вектору из X поставить в соответствие линейное отображение было. Замечательно, так мы сделаем. Вот таким образом вкладывается. Обратите просто внимание, мы по ядру уже профакторизовали. Поэтому здесь у нас вложение
Здесь инверция. Да, между прочим, здесь вот тоже была инверция. Да и было просто вложение множества. Хорошо. Пришли мы в Y. Можно было бы сказать, что и все. Потому что, собственно, все, мы положились. Но для, так сказать, красоты науки, для того, чтобы я мог поговорить об этой самой звездочке и чтобы увидеть, для чего все это просто, давайте сделаем так. Уж если мы в Y вложили вот этот вот самый образ, мы же имеем право Y профакторизовать. Как? По образу. Ну, конечно. Мы имеем право Y профакторизовать про f от x. Ведь что такое вот эти самые f от f? Это образы всевозможных векторов из x. Значит, здесь у нас возникла фактор пространства. Я его как-то уже скромненько написал, y большое, а вот нет, x оно вполне себе такой же параметр, x это такая большая буква. Вот. Обычно пишут им от f. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Y по образу f. Теперь догадайтесь, если здесь был кообраз, как называют вот это пространство? Коэдро. Правильно. Правильно. Это называется ядро оператора f. Александр Васильевич, почему сверху вы написали им с маленькой буквы, хотя до этого всегда писали обозначение кер и им с большой буквы? Потому что надо годиться. Потому что так хорошо, так хорошо. Ради вас я готов. Вам приятно сидеть с большой буквы. Так, а здесь я с маленькой написал. Но это как бы единое понятие, поэтому его надо с одной точки написать. Мы договоримся, что большая и маленькая буква – это одно и то же. И так будет легче. Что же у нас получилось? Начали с ядра и дошли куда? Где мы закончили наш путь? До коядра. Дошли до коядра. Замечательно. А вот сейчас я возьму, расскажу, но чуть-чуть потом, что такое f со звездочкой. И это будет тоже линейное отображение. И вдруг выяснится, что для f со звездочкой есть такая же штука. И выяснится, что в некотором смысле это то же самое. Поехали. Давайте писать. Сначала бездумно пишем. Ядро вкладывается в Y звездой. Как-то там отображается, значит, в ядро F со звездой. Как-то отображается в Y со звездой. Меняю местами y, x и везде звездочки пишу. И при операторе f тоже, да? Делаю даже сюда. И отображается в x со звездой профакторизованное по образу f со звездой. Вот мы сейчас должны подняться на уровень, при котором нам станет очевидно, что вот эта строчка и самая верхняя строчка, это более-менее одно и то же. Это очень хорошее упражнение на звездочку. Да. Коммутативную диаграмму напишите. Вот. Пожалуйста. Коля просит коммутативную диаграмму, потому что он знает, что такое звездочка. Придется выдавать себе профессию. Значит, ребята, это все совсем грустно.
на пространстве. Вот если написано Y со звездочкой, то на самом деле это просто все способы отобразить пространство Y в основное поле, ну, в вещественные числа, в комплексные числа, на таким поле вы это рассматриваете, линейным образом. То есть, если у вас у пространства Y есть какой-то там базис, вот представьте себе, у пространства Y есть какой-то базис, выбираете W2 и так далее, W, M, да, да. Тогда, когда у вас есть любой вектор из пространства Y, то есть вектор Y1, W1, вот это вот вектор, а Y это уже координаты, то что значит задать линейную функцию? Да очень просто. Надо задать ее значение на каждом из векторов W1 и так далее, WM. И после этого, допустим, будут вот эти числа, там, альфа-1, альфа-2, альфа-1, да? И после этого рассмотреть величину альфа-1, y1 плюс альфа-2, y2 и так далее. Вот это будет линейная функция. И взять звездочку, это значит рассмотреть множество всех таких линейных функций. И вопрос, а что же это за таинственное f со звездочкой из y со звездочкой плюс со звездочкой? Вот это удивительно простая штука. Представьте себе, что вы какую-то вот такую функцию на пространстве Y задали. Так, поскольку это действительно в этой науке главное, то давайте вот свою коммутативную диаграмму я торжественно нарисую. Итак, представьте себе, что вы умеете каким-то образом из векторов Y делать числа. Причем это линейное отображение. K будет у нас основное поле. То есть вещественные числа, комплексные числа или что-то. То есть то, откуда все коэффициенты, вот откуда все эти А1 и так далее, иксы, вот это поле. Да? И вот это отображение линейное. И у нас есть линейное отображение F. Так, давайте вот это линейное отображение я обозначу какой-нибудь буквой, например, G. Тогда я могу рассмотреть композицию. То есть, взяв любой вектор, я могу применить к нему отображение F и от полученного вектора посчитать G. То есть, выражение такое G от F от V, где V – это любой элемент пространства из большого. То есть идея такая, я могу пройти вот так и так. И вот это и называется применить эту самую звездочку. То есть вот эта штука обозначается F со звездочкой от G. Посмотрите. G – это был элемент Y со звездочкой. F со звездочкой от G – это элемент из X со звездочкой. И определен он вот таким простейшим образом. Что мы сейчас просто обязаны сделать? Мы должны понять, как не на абстрактном уровне, что у нас есть пространство X, пространство Y, да? А на уровне матриц, каким образом задавать вот это
отражение без созвучия. Для того, чтобы это сделать, нужно разобраться, из каких векторов состоит базис пространства и без созвучия. Из каких векторов состоит базис пространства и со звездочкой, и как это вообще все устроено. Так, господа, конечно, я сейчас буду это все показывать на примере вот этих вот 2 и 3, потому что, конечно, это очень легко выписывать для любого варианта и так далее, но это просто потребует времени. А по сути, надо это просто один раз понять для маленьких чисел, и, собственно, все будет хорошо. Поехали. Нужно сейчас сделать самую такую первую вещь, которую надо понять при знакомстве с этой штукой. Понять, что такое линейные функции на пространстве Y. Какой же базис, естественно, взять в пространстве Y со звездочкой? Смотрите, если Y – это двумерное пространство, то вообще-то любой вектор там имеет вид Y1, Y2. Это эти числа Y1 и Y2. Если вы будете знать, чему равна функция на векторе 1,0 и чему она равна на векторе 0,1, то проблем нет. Потому что вот это вот изложение по базису позволит вам y1 умножить на значение в этой точке и прибавить к этому y2 умножить на значение в этой точке. Значит, нам для того, чтобы задать линейную функцию, надо задать ее значение на векторе 1,0 и на векторе 0,1. Естественно, давайте введем два таких объекта. Один из них отображает вектор 1,0 в единицу, а вектор 0,1 отображает в 0. А другой отображает вектор 1,0 в 0, а вектор 0,1 отображает. Если бы размерность пространства Y была бы не 2, а больше n, то тогда у нас были бы такие наборы, где все нули, кроме одной единицы. И функционал, мы его там уже обозначали, который на векторе Y1, Y2 равняется Y1 умножить на альфа-1, значение на этом векторе, давайте выберем альфа-1, плюс y2, альфа-2. Этот функционал, естественно, расписывается как сумму двух таких вот простейших, как альфа-1 умножить на, вот я тут не знаю, как его обозначить, что я пока что для пространства Y не ввел обозначение для базиса. Соответственно, для двойственного я тоже пока не могу вводить. Пусть это будет так, пусть это будет P1 плюс альфа-2P2, где P1 – это вот что такое. Это нужно из вектора взять первую координату. P2 это надо из вектора взять вторую координату. Вот. Но то же самое вектор Y1, Y2. Так. Мне кажется, что здесь абсолютно никаких проблем нет. И ясно, что вот эти числа альфа-1 и альфа-2, они как раз и являются координатами для G в двойственном пространстве. То есть давайте еще раз фиксируем. P1 от вектора столбца оставляет только его
первую координату, да? Если бы здесь вот у нас состояло число А, то здесь переходило в А. P2 оставляет вторую, тогда Pn оставляет n-ную координату. Сейчас мы должны сделать не очень сложное, но все-таки вычисление. Мы должны понять, как же записывается формулой вот эта композиция. F в композиции G. Смотрите, формула для F у нас есть. Вот. Вот эта формула для F. Столбец x1, x2, x3 отображается в такой столбец. Есть формула для F. Прекрасно. Формула для вычисления G у нас тоже есть. А вот теперь мы должны взять композицию, пройти вот так вот, как здесь нарисовано, да? Сначала вычислить F, а потом от этого вычислить G. То, господа, это же легко. Вычислить F, это вот бух и бух. Формула здесь написана. Вот первая координата, вот вторая координата. Вычислить от этого G. То есть можно, реально это вообще полтавни. Тоже написано, да? Это значит, альфа 1 нужен на первую координату, и альфа 2 нужен на вторую. Значит, что я сейчас должен сделать? Я должен на альфа 1 умножить вот это, а на альфа 2 умножить вот это. Так? Так. Ну, единственное, не хватает места для тоста. Но если есть тряпка, и если верить, что все уже запомнили, что ядро состоит из результатов, которые отражаются в нуле, а образ – это просто напросто множество всех ядров в ядре, то место уже теперь есть. И формула выглядит следующим изучаемым образом. Альфа-1 надо умножить на вот это. Прекрасно. Прекрасно. А первое, первое из первое, плюс А первое, второе из второе, плюс А первое, третье из третье, плюс альфа-2 умножить на А второе, первое из первое, плюс А второе, второе из второе, плюс А второе, третье из третье. Согласитесь, что формула не хитрая. Домножили вот это вот на альфа-1, домножили это на альфа-2. А вот теперь вопрос, как полученное выражение расписать по базису пространства двойственного х? Ведь здесь же написано, что у нас выражение должно быть из х со звездочкой. Х со звездочкой – это линейные функционалы на х. Так, смотрите, пожалуйста, здесь у нас были P1 и P2. Напоминаю, P1 это взятие первой координаты, P2 взятие второй координаты. Понятно, что мы возьмем в качестве базиса x со звездочкой. X трехмерное пространство. Q1, P2, Q3. Правильно. Проекция на первую, вторую, третью координатную ось. И значит, вот это выражение можно записать следующим образом. Смотрите, здесь вот x1, и тут с таким коэффициентом альфа1, а1,1, плюс альфа2, а2,1, q1. Это мы все возьмем от вектора. В конце будет написано вектор. x1, x2, x3. Да? Вот. Потом понятно, что вектор. Так, у меня опять проблема с местом. Но я упомянул. Потом пойдет альфа-1, а1,2, плюс альфа-2, а2,2. Вот. Умножить на 2. Ну и в самом конце. Альфа-1, а1,3, плюс альфа-2, а2,3 умножить на 3.
И повторяю, это все надо взять, всю эту штуку надо взять от исследования твоей стрелы. Просто это все на уровне того. Ничего пока не произошло, кроме того, что я сказал, что x1 получается, когда у вектора x1 из 2 x3 берем первую координату, а x2 это вторая координата, а x3 это третья. Но не произошло, то не произошло. А формулу для двойственного отображения мы с вами получили. Смотрите, куда у нас перешел вектор альфа-1, альфа-2. Господа, смотрим. Он перешел вот в такой вектор. Вот одна координата, вторая координата, вот третья координата. Х было трехмерное пространство, y двумерное. Y со звездочкой двумерное. Х со звездочкой, правда, я не подлываюсь. Х со звездочкой трехмерное, 2×2=3. И вот явным образом написана такая штука. Я все-таки, наверное, я сделаю так. Я здесь вот напишу это исследование, потому что это все уже запомнили. Но зато аккуратно распишу вот это. Смотрите, альфа-1, альфа-2 – это вектор из двух чисел. И на что же умножается, чтобы получить три числа? Он умножается понятным образом вот так. Потому что в результате получаются три числа. Вектор столбец длины 3. И этот столбец он вот такой. Альфа 1, а 1, 1 плюс альфа 2. Альфа-1, А1, 2, плюс альфа-2, А2, 2, и, наконец, альфа-1, А1, 3, плюс альфа-2, А2, 3. Так, как это произносится в терминах строка на столбице? Очень просто произносится. А1, 1, А2, 1. Дальше А1, 2, А2, 2 и А1, 3, А2, 3. А это трансформированная матрица. Именно из-за того, что здесь у нас произошла операция по превращению матрицы с двумя строками и тремя строками в матрицу с тремя столбцами и двумя столбцами транспонирование. Смотрите, вот здесь вот была строчка 1, 1, 1, 2, 1, 3. А здесь вот столбец 1, 1, 1, 2, 1, 3. Здесь была строчка 2, 1, 2, 2, 2, 3. А здесь вот это стало столбцом. Ровно по этой причине транспонированные матрицы в линейной алгебре очень важны. Потому что на самом деле транспонированная матрица задает двойственное отображение. Ну что, часть обещанного я уже рассказал.